атакующей линии. Угоди Рис в воротах. Справа в обороне. Второй номер Киран Трипье. Слева 33-й Бент Шачири. Передача в штрафную площадь. Джо Аллен. Здорово открывается. Между прочим, Джо Аллен. Поддержку от Эрика Шупо-Матича вернулся. Очень долго владеет мячом на этом фланге футболисты Стока. Поэтому Шупо-Матич на него матч против Тоттенхэма. Все-таки особое событие. Подача на дальний угол штрафной площади. Скидка. И здесь на угол штрафной площади уходит он. Зума наносит удар. Это первая попытка матча. Он появился на поле старта. Это, конечно, то, что не устраивает ни болельщиков, ни руководство команды. Вот такой удар только либо очень быстро. Проведение игры в плане как подача. И до удара пока дело не доходит. Аллен. Трипье, но Эриксон сразу штрафную. Может быть опасно. Дотягивается до мяча команда Почеттино. Сон. Не получилось. Не в тому флангу. Простреливает. И счет становится. Может помочь игре раскрыться. Давайте смотреть еще раз. Многое для того, чтобы взять ворот случилось, делает Сон Хён Мин. Он уходит от Эдвардса. Простреливает. И действительно спас по флангу. Здесь Диуф. Он не может мяч догнать. Мамы берем Диуф. Все они впереди. Подача Шачири на Флетчера. Начинается атака. Сон Хён Мин в ходе штрафную бьет сам. Ну зачем сам-то Сон решил все? Элементарная математика. Но здесь Сон пробил сам. Чинит 2014. А так три ничьих и три поражения. Тоттенхэма. Ну и что он будет делать сейчас? Действительно, удар по воротам. И не без труда Батланд отскок. Сон Хён Мин бросает вперед. Дайер. Питерс. Удается Сток-Сити сохранить мяч около чужую штрафу. Входит в штрафную. Разбирается с Алленом. И чуть было второй. Эриксон, Сон Хён Мин. И опять через левый фланг. Они пытаются влезть в свои штрафные площади. Дембеле снова бьет. И опять вошел в штрафную. Которому Тоттенхэм. Какая передача. Кейн вошел в штрафную. Бьет. Неужели он не попал? Корейского партнера в угол, в стеночку. И дальше Сон пытается нескольких соперников обыграть. И здесь Батланд помог кому. Пошел сам вперед. Сыграл в штрафную. Зума по Мотингу. Его Трипье. Питерс. Подача. Уголь Юрис. Эриксон. Трипье. Подача. Удар по воротам. И дальше штрафной площади. Пас дальше. И Эрик имела 5 матчей в чемпионате подряд без побед. Сегодня это Дачи Уинкс. Нет, Трипье. Хороший получается навес на самом деле. Вот момент. Кейн. Снова атака Тоттенхэма. Отбивает Дэвис. Шоу кросс. Получит сейчас еще, то могут и вовсе сравняться с Вестхэмом. Но называть его очень кровожадным нельзя. Вот момент для второго гола. Сон Хён Мин. Ну что будет делать сейчас Сон Хён Мин? Что это на выход. И как же ему сегодня? Ну, местами не везет, а местами он просто играет не лучше. Подача. Удар. И все-таки 3-0. Дэвис и Эриксон. Еще один заброс. И здесь уже которым предстоит завтра свой матч провести. Шачири. Подача в штрафную. Кейн забил. Повторение рекорда все ближе. Со времен начала премьер-лиги. Сон Хён Мин, конечно, в очень хорошей форме. Показал это и в Лиге Чемпионов. И продолжает доказывать сейчас. Дембеле, мяч под левым. На ситуации подарить подобную возможность. Дели Али дальше. Но чуть-чуть не добегает. Кристин. И сам будет бить. Ну, в общем, наверное, правильно делает. Мы видим, что Чердан Шакири. У него тоже есть своя потрясающая статистика. Уголь Юрис. Вот это да. Впервые в этом. Мяч после удара Чердана Шакири. Еще один раз ассистировал партнера. Так, это все-таки не мало. Дэвис простреливает штрафную. Еще один. А Сток-Сити, в принципе, один пас. На Сон Хён Мина удар низом. 4-0. Кейн. 33 в 2017. Идеальный за Сток-Сити. Просто страшно. Готовит замену. Будет показано. Это что такое? Неужели грудью сыграл? Да ладно, правда, там офсайд. Ну, гол. Кейн пытается сделать хэт-трик. И кажется, это еще не последний возврат. Выпуская вместо него Крауча, все-таки меняет схему. Марк Хьюз. Но еще раз несется вперед. Здесь можно мяч пропустить, потому что есть там еще и Киран Трипье. И Сон Хён Мин все очень здорово почувствовал. Вошел в штрафную. Сон Хён Мин.
такое столпотворение. Простреливает. И чуть было пятый не залетел. В троих останавливается Дембеле. Вот еще один момент. Забивать пятый.